Привет! Ну что ж, если ты отмечен на этом видео, получил ссылку на него, да, в общем, не важно как, но, в общем, добрался до него, это означает то, что я тебя, лично тебя, да, ты, который сидишь у монитора или у телевизора, я не знаю, где ты там меня смотришь, может быть, на айфоне, на айпаде, да, не важно тоже. Я тебя поздравляю с наступающим 2012 годом. Что я тебе могу пожелать? Не отказываться от своей мечты, стремиться к ней дальше. В этом году наверняка произошло что-то хорошее, может быть, что-то не очень хорошее, но это тоже, в принципе, не имеет значения. Главное, что год подходит к концу, можно подвести какие-то итоги. Вот. На 2012 год должны перенестись только хорошие мысли, только хорошие какие-то планы. Вот. 2012 год, я надеюсь, что будет огненным в хорошем смысле, то есть согреет нас всех, потому что это год дракона. И в этом году, 2012-м, соответственно, я надеюсь, что у тебя все сбудется, все, что ты запланировал или запланировала. Тоже это, в принципе, вот так. Вот. За окном, конечно, в западной части России в этом году зима оставляет желать лучшего, вот честно скажу. Но вроде бы что-то там небольшой снежок идет, хотя уже вот повалил, как по заказу, кстати, 31 декабря. В общем, как всегда. Вот. Главное, чтобы вот настроение новогоднее тебя не покидало вплоть до старого Нового года. Ну а дальше уже, как говорится, весело продолжать следующий год. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. С тобой был Миша Фейтон. До встречи в 2012 году.